Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про такую вещь, которой в нашей игре нету. Но она должна была быть, мне кажется, как минимум в линии фронта она точно должна быть. Не знаю, как у арты, но на мой взгляд и для арты тоже этот эффект нужно было бы сделать, чтобы играть было приятнее. Ни для кого не секрет, все, кто играет в танки не на арте, а под артой, кого поливает арта грязью целыми боями, ощущают такой эффект, что ты играешь, а потом хоп, и тебе прилетела какая-то плюшка, и все, твой танк развалило просто к чертям. Но перед этим не было ничего. Если взять какие-нибудь другие игры, там стрелялки там или еще что-либо, там когда кидают гранату, слышно, как чеку выдергивают, потом кидают гранату, слышно, как граната упала, и потом только она взрывается. Да, конечно, в картошке гранаты у нас никто не кидает, но допустим, возьмем PUBG. Там есть красная зона, которая начинает бомбиться. Красная зона отмечается на карте большим красным кругом. Сначала мы слышим, как где-то артиллерия начинает стрелять, где-то далеко. Потом через время мы слышим, как снаряды подлетают, и потом начинают падать. Притом, когда снаряды падают, мы слышим, где они падают. То есть мы можем услышать, снаряд летит прямо на нас, либо где-то рядом падает. И потом только слышим взрывы от этих снарядов. Да, есть стрельба из артиллерии, которая дает такой эффект, что сначала снаряд взрывается, а потом идет звук. А есть, когда наоборот, сначала слышно, как снаряды падают, а потом взрывается. Поскольку картошка у нас очень историческая игра, то в принципе можно вообще забить на все эти правильности, поскольку в игре в принципе вообще правильного историчного нету практически ничего. Кроме разве что самих моделек танчиков, и в принципе на этом все. На мой взгляд, в линии фронта точно, перед тем как в тебя кидают арт-удар и даже авиаобстрел, то нужно, чтобы ты слышал сначала, как падают снаряды, а потом они взрываются. Поскольку получается так, что ты стоишь в позиции, что-то там стреляешься, а потом просто у тебя на весь экран какие-то вспышки, дискотека, и у тебя просто хп отнимается. Но перед этим не было ничего. Никак где-то там начинает артиллерия стрелять. Никак падают снаряды. Просто сразу в тебя кидают расходку арт-обстрел. У того, кто кинул, просто тикает время, доходит это время. И в того, в кого кинули, просто у него начинаются взрывы на весь экран и все. Просто как будто бы это какая-то магия. Из ниоткуда начинаются эти взрывы и бомбежки. То же самое и с артиллерией. Нету никакого эффекта, что где-то выстрелила арта, что снаряд летит, что он потом падает сверху и потом взрывается. Просто арта стреляет на другом конце карты. Да, карты маленькие, и в реале, возможно, 1 километр ты ничего не успеешь, но у нас арта стреляет на 1 километр такими невероятными параболами, что просто о чем идет вообще речь, какая-то историчность, забейте. Там разработчики крутят такие невероятные маршруты полета снаряда, что просто эльфизм просто нереальный. То есть, чего я хочу добиться? Чтобы был слышен звук выстрела, потом звук полета снаряда, и потом звук падения снаряда, если вы стоите под ним, либо звук падения снаряда, если вы стоите где-то сбоку, чтобы вы слышали, где он падает, с какой стороны. Все. А не так, что ты в позиции, играешь в игру, играешь себе, играешь, и потом хоп, минус 600 хп. Просто заклинание кто-то наложил, 600 хп отлетело. Ну и еще немного там порчу наклали, там пару членов экипажа с танка ушло, ну и что-то там пушка в узел завязалась. Отчего? Фиг его знает, просто кто-то на другом конце кнопку нажал. А между нажатием кнопки и наложением заклятия на твой танк ничего не происходит. Какого-то явного такого эффекта ничего нету. И на мой взгляд, это неправильно. Причем это не сделано нигде. Ни в линии фронта, ни в рандоме, просто нигде.
Я думаю, про историчность и про правильность этого эффекта смысла разговаривать нету. А вот про геймплейные составляющие, как бы при этом эффекте игралось лучше или хуже, я думаю, стоит подумать, и было бы неплохо это протестировать. Но кто же мои видосики смотрит, кроме моих зрителей? Конечно же, разработчики до этого никогда в жизни не додумаются, а если додумаются, то скажут: сложно, нафиг надо. И так заклинания от арты нормально проходят. Пишите ваши комментарии на эту тему. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.